Всем доброго времени суток. Первый заброс. На первом же забросе клюнуло. И на первом же забросе сход. Пока камеру включал, то дал слабинку маленько. Походу рыбалки не будет. Судя по приметам. Ага. Так, окунек. Окунек на мормышечку красненькую и танту. Сейчас мы это дело сфотаем. Вот такой. Начал силикончик работать. Сегодня хочу попробовать морской силикон по пресной воде, как будет работать. Взял вот такой контейнер свой с приманками от Экогира. Сейчас будем тестить. А то мне уже в комментариях там понаписывали, что не работает в пресной воде, это на море надо. Кто-то пытается клюнуть. Зажевывает. Ага, ага. Поклевочка. Окунишка. Такой, опять клюнул на танту. Где крупняк? Мне сегодня суслики дорогу перебегали 3 раза. У меня тут народная примета такая: суслик дорогу перебежал, значит щука клюнет. Не знаю, сработает, нет. В прошлом году срабатывало. А? Что за цеп? Зацеп. Оторвал мормышку с тантой. Повесил сейчас вот такую черненькую. 0,5 грамма. И попробуем посадить что-нибудь от Экогира. Сейчас вот такой вот. Я, если честно, даже не помню уже, как они называются. Но ролик, когда буду делать, там пропишу в самом ролике. Ну что, пробуем. Ха-ха. Ну, морской силикон клюет морская рыба. Вот такая, о. Ну, клюет же. Так, здесь попробуем. Здесь у нас какие морские окуни водятся. Большевато, наверное. Ага. Ух ты! Поклевочка была. Кто-то интересуется.
морским силикончиком-то. У нас стучит кто-то. Опа. Окунек. Вот такой силикончик, вот такой окунек. Вот ответ на вопрос, ловит ли морской силикон в пресной воде. Ловит. Еще попробуем. И, кстати, по структуре силикончик достаточно такой плотненький. На крючке хорошо сидит. Сейчас попробуем другую какую-нибудь приманочку. Может, попробую шарнирчик поставить с полграммика. Сейчас вот такую поставим. Оранжевого цвета такая, с ребристым телом и с двумя хвостиками. Попробуем. Все-таки что-то мне подсказывает, что такой силикончик надо все же на шарнирчике. Попробуем потом попозже. Стучит кто-то. Так. Опа. Вот. Еще окунек. Так, такую приманочку разловили. Это еще нужно учитывать, что сезон только начинается, вода мутная, и рыба на силикон не очень активно клюет. Крупноват маленький этот силикончик для мормышечки. Ну ничего, нормально ловит. Так, поставим сейчас этот на такой шариком на конце. Должен играть классно. Сейчас проверим. По чистой водичке вообще должен классно работать. Большевато приманочка. Будут, наверное, на хвостиках кататься. Кто-то постукивает. Наверное, мелочь пузатая. Ух ты! Не знаю, видели поклевку, нет? Приманка большевата чуть-чуть. Окунь маленький. Наверное, за шарик вот этот теребит. Попробуем. То может щук клюнет. Подвисает, подвисает кто-то. Ага, подвисает. Леску чью-то поймал. Поймал чью-то леску. И поймал чью-то джиг-головку. Вот такую. Ну, считай, наварился. Джиг-головка, наверное, с полграмма, может, грамм. Видите, нет, заяц.
Это заяц-людоед. Он сейчас пойдет колеса мне грызть. Вон он около дороги побежал. Олень целый. Так, эту приманку теребить, теребят, но большевато, наверное, за хвостик цепляются, не на хвостике катаются. Так, сейчас попробую вот эту, она еще и вроде как светится в темноте. Посмотрим. Ага, ух ты, убежал. Крупновато, крупновато эта приманочка. Но все равно сработало тоже. Сейчас надо еще рака попробовать. О, о. Ага. Ну и кто там говорил, что морской силикон не ловит? А? Дай. Он заглотил. Сейчас надо еще рака попробовать. О, о. Ага. Ну и кто там говорил, что морской силикон не ловит? А? Дай. Он заглотил. С помощью нехитрого приспособления приманка была спасена. Опа! Беги. Там еще рак такой прикольный есть. Надо его попробовать. Силикончик достаточно такой плотненький какой-то. Ладно, попробуем сейчас вот такого прикольного рака. Для мормышки-то он явно великоват. Ну, посмотрим. А вдруг? Я их взял так, ради прикола. Они приглянулись мне в довесок там для ровного счета. О, о! Клюет, что ли? За клешни, наверное, тягает. Теребит кто-то. Дергает. Смотри, смотри. За клешни тягает. Ова. Ну нифига себе. На рака клюнул. Вот это прикол.
О, беги, красотунчик. Вот вам раз, прямо на первой проводке. Вот и раки от экогира ловят. И окунёк покрупней. Ха-ха-ха. Раки рулят. Такое окунишко сожрало такого рака. Его бы, конечно, этого рачка на шарнирный монтаж. Ну, попробуем на мормышке, значит, на шарнире вообще будет здорово работать. Сейчас надо крупняка окуня поймать. Ну и щуки где? Суслики что, зря бегали, что ли, там? Старались. Зайцы даже вон. Все есть. Щуки нету. Раки рулят. Такое окунишко сожрало такого рака. Его бы, конечно, этого рачка на шарнирный монтаж. Ну, попробуем на мормышке, значит, на шарнире вообще будет здорово работать. Сейчас надо крупняка окуня поймать. Ну и щуки где? Суслики что, зря бегали, что ли, там? Старались. Зайцы даже вон. Все есть. Щуки нету. Ага. Еще окунек на рака. Вот такой красавчик. О, прикольный рак, не зря купил. Летом, наверное, вообще классно будет. Ага. Еще окунек на рака. Вот такой красавчик. О, прикольный рак, не зря купил. Летом, наверное, вообще классно будет. И на шарнирчик его надо. Тогда будет вообще красота. Ну что, господа скептики, кто мне там писал, что попало, что не ловит, морской силикон и тому подобное. Нафига набрал? Ловит? Вот вам пример. И это еще учитывая, что по мутной воде начало сезона, клёва практически особо-то и нету. Хотелось бы сказать еще, что силикон этот биоразлагаемый, хранится должен в своем аттрактанте. Ну вот я вот спачек сюда слил, взял такой контейнер аквабокс, ну что-то вот баночки от Мэйха, которые они как-то вроде получше, поудобнее. Открыл и все, не надо тут вот канитель закрыл, открыл.
Так что морской силикон ловит. Не надо, ля-ля. Сейчас попробую червячков от Беркли разловить, которые глупо лайф. Они тоже в своем аттрактанте, надо хорошенько закрывать. Отцепим вот прям, они вроде как по 5 сантиметров. Сейчас нацепим вот так и посмотрим. Я на них еще ничего не ловил. Тоже кричали, что зря накупил, ничего на них не ловится. Это от Беркли. В основном раньше-то применял только моделя от Беркли. Тоже они такая консистенция у них довольно плотная. Вот и проверим, будет на них отзываться кто-нибудь, нет. Может, бель какая-то. Может, по карасю будет работать. О, поклевка была. Стучит, стучит. Стучит, походу, елец. О, о, о. Видите, клюет. Ага. Оба-на. Вот вам и червячки Гупа Лайф, которые тоже кричали, не клюет, не ловится. Вот я такого монстра. Значит, будет все это работать, все это на все будет клевать. Опа, беги. Сегодня прям день разлова новых приманок. Половинку поставлю. Он скукожился весь. Поставим вот такой кусочек. Посмотрим. Вот вам и черви от Беркли Гупа Лайф, которые тоже кричали, не клюет, все фигня, деньги зря. Зато я теперь на все лето обеспечен. У меня уже голова не болит. Ага. Еще. О. Не клюет.
Сейчас попробуем розовенького червячка. Не розовенький какой-то, не пойми какой. Что он нам скажет? Вот такой. Пока целиком попробую. Оторвал мормышку. Блин. Ладно, перевяжемся. Рыбаки приехали, две машины. Поставлю сейчас вот такую вольфрамовую мормышку. Вот с таким вот глазиком. Привязываю простым клинчем. Без всяких выкаблучиваний. Лесочку заодно потестил двумя рыбалками. Намотал новую. Вот такая вот. От Вариваса. Я его в обзоре как-то показывал. 100 метров лезло как раз. И сейчас будем пробовать червячков от Маракю, которые у нас по Эрисоме. Сначала попробую вот такого зелененького. Сейчас попробую весь нацепить. Хотя весь он 7 сантиметров. Наверное, многовато будет. Ну, если что, оторвать будет недолго. Поставлю сначала зеленого цвета. В надежде на бель. Зацепился, оторвал червячка. Красненького поставлю. Хвостик. Блин, тонюсенькие такие. Как мотыль от Беркли. Ага, ловит. Придерживает кто-то. Ага. Ну, какая приманка. Такие рыбы. Сейчас покрупнее чего-нибудь поставлю. Рак покрупнее был. Окуньки покрупнее были. Ага, стукнул кто-то. Супер рыбы. Ага. Еще конишка. Покрупнее чуть-чуть. О-о-о-о-о. Теребит. Вот такие монстры. Так что работает Маракю. По Эрисоме морской силикон по пресной воде. Еще кунек.
Маракю мелочь клюет. Я думаю, бель будет. Летом нормально клевать. Или пискари. Может, карась. Надо на карася съездить. Ага. Ну, видишь, акушарики. Придержал и все. Лару поставил. Еще поклевка к дну прижимает. Но мелкие. Еще кунек. Вот да, здесь пока на дно упадет, а потом так дёрг-дёрг подкрутил, дёрг-дёрг подкрутил, она по дну так будет скакать. Ха. Прям под ногами. Надо, когда одеваешь, надо, чтобы она играла в воде. Так одевай. Чтобы она, когда дергаешь, она так вот играла. Но она не как червяка. Опять рак экогировский.
Долбит. Карапузы. О, елец. Ну что, на этом рыбалку буду заканчивать. Половил то, что надо доказать, доказал, что силикон все-таки ловит в морской пресной воде. Так что не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно.